Слушается дело по обвинению бывших военнослужащих германской армии в совершении преступлений, предусмотренных статьей 1 указа Письменного Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года. Следствие установили, что немецкими палачами было расстреляно, повешено, сожжено в огне и замучено в тюрьме в лагерях 50 355 человек мирных жителей. За период оккупации Ленинградской области немецко-фашистскими захватчиками под угрозой расстрела было насильно угнано в немецкое рабство 404 230 мирных советских граждан. Эти преступления совершались офицерами и солдатами германской армии и, в частности, привлеченными по настоящему делу в качестве обвиняемых Ремлинген Генрихом, комендантом города Пскова, генерал-майором германской армии. Штруфинг Карла, капитаном, командиром 2-й роты 2-го батальона особого назначения 21-й авиаполевой дивизии. Энгель Витцер, Роберт Петтебелем, командиром 1-го взвода 1-й роты 2-го батальона особого назначения 21-й авиаполевой дивизии. Юрия Арно, солдатом 2-й роты 2-го батальона особого назначения 21-й авиаполевой дивизии. Бен Эрнстов, Роберт Петтебелем, командиром взвода 1-го батальона особого назначения 21-й авиаполевой дивизии. Зоненфельд Эдуардов, бывшим лейтенантом германской армии. Герер Эрвином, солдатом кавалерийского полка Норд, обвиняются в том, что, являясь военнослужащими частей германской армии, находившихся на временно оккупированной территории Ленинградской области в период 1943-1944 годов, все они принимали непосредственное участие в массовом и зверском истреблении мирных советских граждан, в том числе женщин, стариков и детей, насильственному угоне советского населения в Германию на фашистскую каторгу, сожжении и разрушении городов, населенных пунктов, культурных и исторических ценностей, в грабежах и издевательствах над мирными гражданами, то есть преступлений, предусмотренных первой частью указа Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от 19 апреля 1943 года и подлежат суду военного трибунала Ленинградского военного округа. Подсудимый Янеке, сколько вы лично уничтожили советских граждан? Ангеклавтер Янеке, wie viel haben Sie persönlich vernichtet Sowjetzivilisten? Ungefähr 300 Personen. Он подтверждает, что уничтожил 300 человек советских граждан. Сколько мирных советских людей вы сожгли заживо в банях в деревне Малой Ильзи? Wie viel haben Sie verbrannt Sowjetzivilisten in der Saune bei dem Dorf Neue Ilze? Ungefähr 85-95 Personen. Около 85-90 человек. Подсудимый Скотки, вы подтверждаете свои показания об убийствах мирных советских граждан и поджогах их домов? Angeklagter Skotke, bestätigen seine Anzeigen von der Erschießung von friedlicher Zivilbevölkerung und von dem Niederbrennen russischen Dörfer? Wohl, все деревья. Да, признаю. Сколько мирных советских граждан, женщин, детей и стариков уничтожили лично? Wie viel persönlich haben Sie russischen Zivilbevölkerung, Frauen und Kinder niedergeschossen? 60 Personen. 60? Jawohl. 60 человек. Подсудимый Ремлингер, скажите коротко и четко, в чем же вы все-таки признаете себя виновным? Sagen Sie kurz und deutlich, zu welchen Taten bekennen Sie sich? Zu keinem Verbrechen. Никакого преступления не чувствую. Подсудимый Янеке, вы подтверждаете, что приказания об уничтожении мирных советских граждан исходили от генерала Ремлингера? Bestätigen Sie, dass die Befehle von der Vernichtung der Sowjetzivilisten kamen von dem General Ремлингер? Ja. Да, подтверждаю. Вы генерал. Почему вы лжете перед судом военного трибунала? Свидетель Кузьмин.
Скажите, кого вы знаете из числа сидящих здесь на скамье подсудимых, бывших у вас в деревне и занимавшихся злодеяниями? Нашу деревню поджигал вот этот и этот. Зоненфельд, скажите, поджигали вы эту деревню? Я. Свидетель Тарасов, скажите, что вам известно о злодеяниях немцев на территории Ленинградской области? До войны Петергоф имел следующие церковные здания: Троицкую церковь, Знаменскую церковь, Серафимовскую церковь на военном кладбище. Теперь их нет, немцы их уничтожили. И под сводами этих храмов спасалось около 5000 жителей. Старики, женщины и дети. Все они погибли. Свидетель Луконина, скажите, что вам известно о злодеяниях немцев в вашей деревне? 1943 года. В общем, в ноябре месяце, числа не помню какого. В 3 часа дня, или в общем 4, приходит немцы. Человек 18. Взяли, заперли нас в избу в одну всех. Там было приблизительно человек, ну, 80 сначала. Заперли, потом поставили дверь, подперли колом большим. Потом, ой. Потом поставили пулеметы на окна. Три гранаты бросили, как у меня сидела дочка. Ее сразу убили. А мать сожгли, двое детей, так они сгорели. Скотки, вы поджигали дом с людьми? Да. Предварительным и судебным следствием доказано, что к числу гитлеровских палачей и бандитов, совершивших зверские расправы над советскими людьми, принадлежат все сидящие здесь, на скамье подсудимых, 11 военнослужащих немецкой армии. Не воскресить расстрелянных, сожженных, замученных этими злодеями советских граждан. Ничем не утолить горя советских людей, многие из которых присутствуют здесь, в зале судебного заседания, не сразу встанут из развалины пепла разрушенные города, сожженные села и деревни. Совесть человеческая не мирится с мыслью о том, что эти изверги, хладнокровные убийцы стариков, женщин и детей, живут на земле. Я, как государственный обвинитель, прошу приговорить всех подсудимых к смертной казни через повешение. Военный трибунал приговорил Ремлингер Генриха Генриховича, Штрюфен Карла Германа, Пэм Эрнста, Энгель Фриса, Зоненфельд Эдуарда, Янике Гергарда, Котки Эрвина, Герер Эрвина Эрнста смертной казни через повешение. Вогель